1 апреля на Ярославском шоссе начнется ремонт 5 мостов и путепроводов, расположенных на участках с 56 по 86 километр трассы. Планируется отремонтировать пролеты, опоры, восстановить дорожное покрытие. В Росавтодоре отметили, что для удобства пешеходов вместо наземных пешеходных переходов будут построены надземные. Также планируется расширить трассу с 6 до 8 полос. Сначала с 29 по 35 километр, а потом до 47 километра, где трасса пересекается с автодорогой А107 «Московское Малое Кольцо». Предполагается, что реконструкция позволит ликвидировать пробки в районе Пушкина и Ивантеевки. Завершение работ запланировано на 2020 год. На период проведения работ движение на трассе М8 в Подмосковье будет ограничено.